Киев получил запрос от Грузии на выдачу Саакашвили. В отношении политика начинается экстрадиционная проверка. Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Об этом заявил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов, передает Интерфакс Украина. Украина получила запрос о розыске, взятие под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины, сказал он на пресс-конференции в Киеве. Петухов отметил, что в отношении Саакашвили начинается экстрадиционная проверка. По его информации, прокуратура Грузии гарантирует, что Саакашвили не будут преследовать по политическим признакам и не будут передавать третьим странам. Ранее министр юстиции Грузии Тиэтсу Лукиани заявляла, что Украина дважды отказала Грузии в экстрадиции Саакашвили. Как сообщал корреспондент .net, 26 июля президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили заявлял, что вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт Краковец. Накануне стало известно, что в Украине против Саакашвили подали 4 иска. Их рассмотрение состоится в сентябре, октябре и декабре 2017 года.